Боевая подготовка военнослужащих, которые заключили контракт на прохождение службы в вооруженных силах Российской Федерации, продолжается. На одном из полигонов на юге страны бойцы рассказали, что учения проходят в штатном режиме. Инструкторами являются участники специальной военной операции. Подготовка приходит регулярно. Все профессионально. Все в практике показывают, в теории объясняют. Инструктора, которые участвовали уже в спецоперации, приезжают и передают нам опыт свой, практический и непрактический. Все объясняют, обучают. Военнослужащие отрабатывают учебно-боевые задачи с разными вариантами тактических действий на фоне непрерывно меняющейся обстановки. Особое внимание уделяется улучшению навыков стрельбы из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, снайперских винтовок и другого стрелкового вооружения по мишеням, которые имитируют технику и живую силу противника. Все интересно, занимательно, очень нравится. Мне повестка не приходила, я пришел в военкомат как добровольцем. Деды наши защищали ее. Теперь наше время пришло защитить ее.